Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Здравствуйте. Здравствуй, Коксик. О, привет. Коксик, привет. Что с тобой случилось? Да. Да ладно, но вы не волнуйтесь так, все в порядке. А что у тебя с ногой? С ногой? Да ерунда. Я тут наш лесную дорогу перебегал, вот и это. Ой-ой-ой, да как же так? Там же машины могут приезжать. Ну а что ж мне оставалось делать, если мячик упрыгал? Он упрыгал, ну и я за ним. И попал под машину? Да нет, я просто споткнулся. В общем, ничего серьезного. А мне кажется, кое-что и очень серьезное все-таки произошло. Здравствуйте, ребята. Ой, здравствуй, Антон. Здравствуй, Антон. Ты о чем это, а? Я говорю о правилах дорожного движения. Оказывается, кое-кто из нас их не знает. А я знаю, я знаю. На красный свет светофора надо стоять. Вот. Да, а идти только тогда, когда на светофоре зеленый огонек зажжется. Да. Так, хорошо. А если на дороге нет никакого светофора, тогда что? Это я тоже знаю. Тогда надо по подземному переходу идти. Или по переходу, который на дороге нарисован. Его еще зеброй называют. Ой, и правда, он на зебры похож, потому что полосатый. А вот там, где я играл, никаких полосок и переходов не было. Там вообще одна машина в полчаса проезжает. И если кто-то думает, что на такой дороге можно играть и разгуливать, как попало, тот сильно ошибается. Да. Когда такую дорогу переходишь, надо все равно внимательным быть. Сначала налево посмотреть, а потом направо. Ой, или нет, сначала направо, а потом налево. Или наоборот, а? Так, понятно. Что понятно? Понятно, что сейчас, просто немедленно, мы будем играть в одну очень увлекательную игру. Здорово! А как же я? Ну, а тебе придется посмотреть на нас со стороны. Ни за что! А у меня и нога теперь не болит. Вот, смотрите, вот-вот, все прошло. Ну, прекрасно. Тогда начинаем игру. Начинаем! Движение открыто. А как здесь дорогу переходить? Тут такого перехода-то нет. Мы что, с тобой больше никогда не встретимся? Обязательно встретимся. Нам только нужно выучить хорошенько одно правило. Слушай внимательно. Если ты хочешь перейти дорогу, где нет светофора и перехода, то сначала, не сходя с тротуара, посмотри налево. Ладно. А почему налево? А потому что именно с этой стороны и двигаются машины. Привет, приятель! А? Ой, привет, зубок! Машина проехала, теперь можешь идти. Иди быстро, но не беги. Дойди до середины дороги и остановись. А это зачем? Для того, чтобы посмотреть направо. А? С этой стороны едут встречные машины. Би-би! О, машина проехала, путь свободен. Осторожно. Ой, еще одна машина. Ой, что ж делать-то? Что делать? Не волнуйся, стой спокойно и жди, пока машина проедет мимо. Ой, а где ждать? Прямо на белой полосе, которая делит дорогу на две части. Здесь ты в безопасности. Видишь, нарисованный белой краской островок? Он так и называется. Островок безопасности. Так, машина проехала. Путь свободен. Вот мы и встретились. Ура! У Антона отличную игру придумал. И очень-очень полезную. Тот, кто в нее играет, всегда на дороге в безопасности будет. Точно. Я это правило теперь всегда исполнять буду. Вот и молодец. А теперь пора прощаться с ребятами. Да. До свидания, ребята. Счастливо, мальчики и девочки. До встречи. Всего вам доброго, друзья. Храни вас Господь.